Так, я продолжу с Hollow Grail, да, называется карта. Find the Gummon Seal вот сюда. Аж надо дойти как-то, но не суть. Я пытаюсь сейчас сделать. Воу-воу-воу-воу. Помнится, он был типа в какой-то момент как почти как босс. Это что было? Я нажимал вниз вправо, а Ори полетел влево прямо. Что? Как это случилось, я до сих пор не знаю. Я знаю, что мне туда вставать нельзя. Иначе я просто умру, что как-то странно. Окей, это за вами снова там. Ну! Так уж и быть. Вау, вау, вау. Так, надо валить отсюда. Как можно быстрее. Супер! Иди сюда. Очки дополнительные не помешают. Flame Master Achieve Unlocked. Окей. Я сюда никак не попаду, кроме как через вес. Понял. Живая лава. Нет, иди в задницу, не хочу. Нет, тоже не работает. Окей. Так, сразу зайдем в обилки. Я хочу поставить себе Change Flame of Finish. How was the cost of charge flame? А, я понял. Заряжать пламя тем было легче. Все, сохранились. Блин, ну вот задница не хватает этой штуки, типа. О, стоять. Иди сюда, иди сюда. Не достаю. Нет, и это нельзя. Нет, стоять. Я думал, тут можно зацепиться вот за вот эту штучку. А, нельзя не зацепиться, короче. Нет, хочется. Вау. Что тут? Я не был снизу. Deadly Dodge. Что за ачивка? Паук, не давай, не мудри, ты тут не самый крутой, я тут самый крутой. Паук, ты победил. Вот так вот. Вон
вот самое забавное, справа висит сверху там какая-то штучка. Типа та же самая, что и в некоторых местах я тоже ее находил. Она какая-то особенная. Типа что-то она дает. Окей, хорошо. Забрали. Так, мне интересно. Не достаю. Их крысы как сделали все. Нельзя. Сохранимся. Это я помню. И занялся. Так. Как все тут просто теперь? Да, жесть вообще просто. На раз-два проходится. Нельзя. Блин, мне нужен этот тип снова, да? Я понял. Боже, как это гениально. Не? Я просто... А как туда еще добраться? По-другому, по-моему, тут мне вообще никак не катит. Не работает, хорошо. Ну это какой-то рычаг сверху. Ух, блин, задница. Ишь, какие, блин. Окей, супер. Ха-ха. Ворона, каркуша. Грушу, скуша. Чё, как сюда пробраться? Что за беспредел? Ага, сюда непонятно пока как. Типа я их не могу, что ли, пробить? Кто мне не двигается, короче, вообще никак. Пытаемся, оп. Пол заряда ушли в никуда. Скучно, медленно, но мощно. В плане. Оп! Есть! Да, берите лица! Еще где-то были такие же штуки. Я помню, мне на них не хватало вообще этих. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Вот, и сверху та же хрень. Типа какая-то особенная штучка.
сюда не хватало двойного прыжка. Чик 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 чик. Окей, супер. Забавно так стоит. Хорошо. Куда мне дальше нужно? Вот здесь я не был, здесь я не был. Здесь, по-моему, или не был? Блин. Если пойти вот так вот вниз, вот сюда в неизведанное, а тут я, по идее, дофига чего могу найти. Какое мощное, фигачу вообще, все разлетаются. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Гадость, да? Окей, супер. Нет, там какая-то дичь, я не знаю, как его, блин, раздолбить. Как сюда попасть? По-любому через верх нужно как-то сюда продираться. Там энергетическая ячейка. Ну, я вспомнил, почему я туда хотел. Так, значит, если сюда не получается, значит, нужно идти пытаться вниз. А, блин, тут тоже не катит. Потому что у меня почему-то нет. Окей, окей. Вот тут слева что-то вон моргало. Я не видел эту штуку. Угу. Так, ну значит мне нужно куда-то идти дальше. Сюда, налево. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Лишок взял. Окей. Сколько этих мелких, блин, жесть. Иди, иди, иди. А где моя сохранёнка? Вот здесь, раз, во-первых. Ну это сколько надо набило тебе? Air Dash. Вот это мне очень давно хотелось эту штуку получить. Супер. И теперь мы кое-что попробуем автоматом сразу. А, ясно. Все ясно, как сюда забираться. Теперь все становится так просто. Куча, когда куча у тебя всяких штук понаоткрывано, начинают легче играть. Ну, легче в плане... У тебя появляется больше возможностей. Всякие вещи реализовывать. Так, тут я, по-моему, был или не был. Блин, надо сходить. Я опускался тут вниз. Ой-ой-ой. Так, тут обилочка. О, чуть-чуть. Обилочка тут была. Некая. Бегаем быстро. Вот я не помню, что вот это делает.
Типа, опустим его, потому что чувствую, не запрыгнул назад. Это я забрал штуку. Супер. Вниз. Что у нас тут вниз? Это темная часть леса, блин. Хорошо, оп, это на эту запрыгнуть можно. Зря его убил, зря я его убил. И подбила штука в небо. А я тут был? Я тут не был, да? Ау! И это был профтык, реально. Воу! Так, жизнь успел восстановить. Это обилка. Как вот, как ты до меня достал? Как бы сейчас было... Черт с ним жизнью. Я не пойму, блин. Вот как вот. О, неужели? Вспомнили как? Почти. Зачем? Так, иди сюда. Ой-ой-ой. А, жизнь. Что там? Как он? С, З. Все. Я надеюсь, чувака восстановили. Так, ну тут я узнал, что бесполезно идти, чё? А, я понял. Ну, можно и завтра попроходить. White Run и белой крысы. Как туда забраться? Вот так вот, хорошо. Значит, что-то сохранилось. Там я был. Блин, я вот сюда хочу забраться, но того чувачка убила. Так, сохранимся. Давай, ты тут. Вау, вау, вау. О, нет.
Так, сохранимся. Окей, бомба. Я там, где типа не должен ходить, Ори. Стоять, окей, окей. Ух. Бомба, да? Типа это... Я сюда мог пройти всегда... А, нет, я мог только если... О! Черную тупую просадил жизнь. Да ты чё, оборзела, блин? Вот это на самом деле было очень так подло. Меня кинуть. Жесть, её открываешь, но по факту можно через жопу залезть там справа хитрожопостями, которыми, ну, с помощью которых по факту я и залез. Сверху был нормальный способ через эти штучки. У! Energy Cell. То есть факт, это мне сейчас сразу. Плюс Energy Cell, плюс восстановление всех этих штук. Надо сохраниться, наверное. Unsafe Zone, окей. Что такое Safe Zone? Вот это? Хорошо. Типа, блин, окей, но... О, жизни. Так, а где я еще не ходил? Вот это плавательные какие-то пруды, нет? Вот я в плавательных прудах не был. И тут, может быть, не ходил. Значит, мне надо вниз. Да черт. Мапстоун, окей. Как туда добраться? Угу, через вверх, вправо, вниз. Сразу сходить сюда, а потом схожу туда. Она на нем же и закончена, вот и. Energy Cell дополнительно. Угу. Фу! Задница. Блин, из всех оно аж сюда достало. Задница. Задница. Воу-воу-воу-воу. Это самые опасные чуваки, вот эти дефолтные. Те, которые с самого начала были. Самые опасные. Так, окей, туда наверх как-то можно добраться.
Звук прикольный, когда прыгаешь по дереву. А вот это я не знаю, если честно. Как? Тут-то даже не знаю, нет никакой фантазии на этот он счет. Чик-чик-чик. Засранец, убить меня хотел. Ишь какой. Там уже ничего нету. Так, теперь идем вниз. Точнее, вниз. А, вот сюда вот. Вот сюда, вот в плане вот поплавать. Надо будет потом еще вниз зайти поплавать. Оп. Остановились я жизнью. Еще жизнью. Поменялась как атмосферка-то в темном лесу. Так, мне нужно вниз. Вот сюда, вот просто вниз. А, я типа подбил этого? Вау, а как мне пробраться вниз? Типа забраться вверх, сверху попробовать их. Давайте, поинты. Очки берегут. Хорошо. Как мне вниз пробраться? Там по-любому можно. Засранцы. Да Коля. Угу. Моя фантазия, к сожалению, пасует. Ну, раз там не получается, значит пойдем сюда. Угу. Хоп. Попался. Энергетическая ячейка здесь, по-моему, что-то. Это тут, куда я начинал, не? Нет, но что-то здесь явно было. Так, бегем, бегем, бегем. Данный момент меня интересует. Я понял, только на земле. Фух. Вот как это называется? Вот по-любому вот эту штуку как-то надо типа активировать, и она вот такие секретики раздвигает. Вот это вот, вот это сверху. Но, видимо, я еще не дошел просто до этого момента. Все, сохранимся. И на сегодня хватит. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте.